выбираю сторону, которую я буду двигать, вправо либо влево. Например, в эту сторону буду двигать. Я фиксирую руку вот так, просто, очень легко. За локтем и взял вниз, и все. Но это я делаю не перед забеганием, это я делаю во время забегания. Смотрите. Раз, два, три. Ложусь на спину, макушкой тянусь к полу. Ложусь, эта рука просто лежит на нем. Не держит, не крутит, никуда не давит, ничего. И потихонечку выжимаюсь, выдавливаюсь туда, как будто иду на мост. Вот, просто перекрыл ножку, ближайшей к нему ногой, ближайшей. Некоторые суются вот так, это неправильно. Раз, и пошел просто. Смотрите, здесь просто держу кисть. Просто вот здесь держу. Уйти с него невозможно. Очень неприятная, нехорошая штука. А когда мне ее первый раз сделали, у меня плечо восстанавливалось 2,5 года, потому что я не постучал, а мне его парень делал 1,5 минуты. Порвал все плечо. А я не знал, что это при нем, я просто подумал, что попал в какую-то плохую ситуацию, и где-то у меня что-то не так зажалось. Вот, поэтому 2,5 года я не мог ни отжиматься, не говоря уже там о подтягивании, бить рукой, еще что-то, вообще ничего не мог делать. Это было лет 12-15 назад. Ой, спасибо. Я буду просто, как правило, на 2-3 показывать, чтобы другие тоже могли смотреть. У нас не ложись ко мне лицом. Вот мы оказались здесь. Я начинаю забегать. Вот просто лежу. Вот. Начинаю забегать сюда. Раз, 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 раз. Ручка. Одну ногу. В идеале вообще две. Две вообще классно. Что можно делать? Ничего. Как правило, постучать, да? Ну, в общем, после этого мастер-класса все записывайтесь в UFC, вы знаете все тайны Алексея. Да, 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 да. Я освободил место, жду. Вот. Раз. Раз, 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 пошел. Я пришел сюда и все. И прицел вытяни туда, правильно? Ну, вот как будто я не убрать. Ну, можно ее убрать, я вот эту под... Главное... Я могу схитрить и здесь держать. Вот. Главное подмышка. Я это перебросил и сразу сделал. Я не буду бороться как бы за ноги. Я борюсь за то, чтобы сломать плечо. Как только я перебросил, я сразу сломал плечо, сломал его, ну, порвал его примерно за полсекунды. А с ногой мы можем бороться 2-3 секунды. Оппонент будет ее сбрасывать, я буду забрасывать, он сбрасывает, я забрасывать, или еще как-то, или будет пытаться сбрасывать, я буду придавливать сильно. Сейчас я работаю, ну, очень мягенько, да. А в бою, естественно, я этого делать не буду. Последний, заходи. Ребят, можем уже по парам разбираться. То есть я, вот видите, я фиксирую рукой, чтобы он никуда не делся, не побежал. Раз, 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 все. Пошло плечо. Обязательно, смотри, голова, не тяните сюда головой. Очень важно, чтобы вы макушкой вот туда пошли. Это добавляет еще 3-5 см, которые очень-очень помогут вам делать болевой прием. Не делайте, пожалуйста, его резко.